Команда отдыхает вместе, разумеешь, уже четвертый рік в этой сцене, тому вы решили кардинально поменятись. Зустречаем, отдыхаем в тесте! Что молчишь? Вроде то же самое, но из другого теста. Отдыхаем в тесте. Добрый вечер! Добрый вечер? Какие-то дуже кардинальные изменения, Саша. Ну так стараюсь, Андрей. А я не Андрей. Я танцюючий робот, якого забули смазать. Моцно! Хтось сказав моцно? То ж ти сказав. А, я понял. Классный наставец, да, Андрей? А я не Андрей. Господи, кто ты? Батя крутил. А как ты узнал? Боже, я батя крутил. Крутил! Але клянусь, я цього не хотел. Крутил, 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 крутил. Ты чё орешь? Возьми микрофон! Я микрофон уже! Спасибо! Короче, Шушвалок, у меня конкретные задачи. Пахихи, пахаха и пахахо. Они вообще не выполняются, потому что пока все дебильный абсурд, его люди обычно не хавают. Я-то знаю, поверь! И вообще, чё вы вырядились, как будто вы секонд-хенд бомбанули, а? Сам ты секонд-хенд. Ого. А? Вот это импровизация, коллега. Новый сезон. Так мы же отметим? А? Танец победителей. Погнали. Так, так, отставить танец победителей. Вы что творите? Стоять. Вы что чушмеки устроили вообще, а? А что вы нам пялитесь вообще? Опа. Слушай, а что у тебя такие маленькие глаза? Что они такие маленькие? Ты что, скриптонит? Или ты плюшевый? Или ты лиса? Ты Джеки Чан? Кто ты такой вообще? Не понимаю, а? Что ты меня смотришь, а? Да нормальные у него глаза! Нормальные глаза! Не мешай нам! А, мужик! А ну не мешай мне нормально! Слышь, дятел, что ты орешь? Возьми микрофон, тут у всех есть. Что ты с микрофоном ходишь? Ты думаешь, внезапно свадьбу провести или что, а? Слышь, мужик, а ну-ка, что ты мешаешь команде? А ну не ори на их выступлениях, заткнись, пожалуйста. Слышь, а ты кто такой, чтоб мне рот затыкать, швабра, а? Ты лучше убери эту грязь хмельницкую со сцены своей макитрой. Грязь? Да как ты отзываешься о легендах юмора, а? Ну, решили ребята поэкспериментировать. Ну, попробовать себя в абсурде. Ничего, ребята, перерастете. Со всеми было, все в порядке. Нормально. Вы просто вспомните свои гениальные образы. Оксана и Андрей. А я... не Андрей. Закрой рот, пожалуйста. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо.
Александр Николаевич, ну вам же Бог подарил такой великолепный талант. Имитация соловья. Ой, а как вы филигранно играли бабку. Опа-на, это Шарамыга еще и бабку играла, да? Не, ну это вершина, это Чаплин. Снимаю шляпу. Да поймите, мы просто хотели удивлять. Удивлять? А вы думаете, мы не удивлялись, когда вы показывали случай или миниатюра, а? Вы чего? Вы задумаетесь, вы такие говорите «случай», а мы такие «хм, где?» И вы такие «в подъезде», а мы такие «хорош! Только там был сегодня утром, ничего себе! Что ж чертяки придумали такого в этот раз, а? Ты посмотри на них, ребята! Нужно оставаться самими собой!» «Все верно, сутулые собаки, нужно оставаться самими собой за кулисами, проваливать, есть же нормальные команды! Где Винницкий? Открывайте клетку, хай выходит выступать, а?» Так, все, все, хорошо, мы поняли, поняли. У нас в команде пришло время для сексуального взгляда на сокомандника. Tell me something. Что? I want to know. Что? Какой сексуальный взгляд? Дай микрофон. Мужики, вы что, это лига смеха, а? Это же храм искусства. А если в зале были дети, а? Фу! Это просто смешно. Кому-то смешно, кому-то фу, рыбак. Срамота, стыд и позор. Фу, пойдем отсюда, дорогая. Фу! Фу! Сядьте, пожалуйста, мы можем продолжать наше выступление или нет? Нет! Нет! Ребята, я все понимаю, юмор — это, конечно, смешно. Но я сюда пришел с другой целью. Посмотрите, я надел костюм, выучил танец. Где яма? Господи, да все ямы остались на трассе Киев-Одесса, понял? Вот! Вот! Отдыхаем вместе возвращаются! Старые добрые, отдыхаем вместе! Наклевывайте! Молодцы, ребята! Правильной дорогой идете! Молодцы! Да-да-да, Бреки, правильной дорогой идете за кулис и пешком свой Хмельницкий! Удачи! Счастливой дороги! Сейчас ты, мужик, так, пешком а ну, пойдешь! Так, где а яма? А ну, мою нет! Разбираешь? Мужик, а ну, давайте все вместе! Да, отдыхаем вместе! Отдыхаем! Как божественно! Отец рассказывал мне об этом. Да это же лучше, чем секс. Так, а ну закрыл свой клюв, зяблик. Какое божественное, еще бензином все обнюхались, а? Это просто взрослый мужлан свистит. Найди работу, Чингачгук, блин. Просто мужик свистит, це мій внутрішній голос, це настоящий я. Я прям чувствую, як возвращається, отдыхаю вместе. Я прям чувствую цей моцний камбек. Да, Андрій. А я Андрій. Ти ж Андрюха. Олександр Николаевич. Выступала команда «Отдыхаем вместе». Як то кажуть, больше вопросов. И еще больше вопросов. Не, ну, теперь без обид. Теперь все стало понятно, вы стали командой. Получается, вы команда из народа, да? Для народа, да? О, видишь, швабра, мы дополняем друг друга. Ай, да ну тебе. Включайте. Ты я,
что, ребята, тем не менее, время включаем или уже определились? Да подожди, а чё? Да подожди ты, Господи. А чё ты орёшь на меня, а? А ты-то чё орёшь? Чё ты орёшь на Вову? Алё, мужик! Какого Вову? Да всё нормально, швабра, я не обижаюсь. Уважение, уважение. Отключите микрофон. Да чё отключать, мужик? Это воробушек. Не отключай электорат, родной. Родной электорат. Итак, ребятки, четыре тренера стали. Ребят, вам надо подумать. А чё Могилевская не стала? Как бы завелась, но не встала. Да? Подожди, да, как не О, встала! Берите Наташу! Берите Наташу, конечно! Ну что, парни? Так, Станислав Баклан! Станислав Баклан! Станислав Владимирович! Отдыхаем вместе в новом формате. Парни, спасибо зрителям с микрофонами. Витаем он!